Это, ребят, вы устроились. Вы куда приехали? Зоопарк! Какой зоопарк? Парк Фламинго. А, да. Ты тоже приехал? Что у вас за транспорт? Лешка, да. А кто у вас извозчик? Мама. Купили корм. Пошли павлины кормить. Сейчас. Давай еще. А, я боюсь, она меня укусит. О, добро. Ой, прости, павлинчик. Может, много не надо? Ой, сейчас я им по две дам. Опа, прости, павлин. Тебя не оцарапа. Не надо. Руку ровно поставь, поставь. Ты прям голодный. О, молодец. Цыпа. Кто не работает, тот не ест. Ну что, идемте смотреть крокодилов? Вот это да! Смотри, Глеб, смотри, какие крокодилы. Вон он, только непонятно, он живой или нет. Видишь, какие здоровые. Вот он движется, да. Я тебе сейчас. Мы человеки-пауки, да? Сейчас, как его быстро мы поймаем. Он же маленький, боится, он слабее тебя. Нельзя бежать, живот. Вон она спит. Черепаха. Вон еще черепаха. Видишь, большая какая. Она, видимо, старенькая. Твои утки? А это индюк, наверное. Красный какой-то. Опа, смотри, как быстро плавают. Вот этот, который маленький. Маленький, а ты большой. А видишь, большой всех отгоняет. Типа, мне кидай. Ну, что-то большой вообще Василий. Может, он старенький, просто не видит. Маленький. Все, скажи, хорошего помаленьку. Чувак, у тебя что, денег нету? Ну, мы тебе сейчас чуть-чуть накинем. Сюда, видимо, мало заходит, а его дальше не пускают. Черепашки. Вон, смотри. Видишь черепашки-ниндзя? Смотри, какие. Видишь, одна лапы сушит. Но они, видишь, медлительные, они не видят. Видишь, они ласты сушат. Сейчас я ее быстро прямо. Раз. Она, наверное, его боится. Он главарь этой банды. Вон они травку едят. Да? Видишь, Глеб? Черепаха. Ням-ням она, да? Она ням-ням? Ух ты! Смотри, какие плавают! Классно! Боишься? Боишься? Да. Ага. Боишься? Вон он какой, ух ты!
Вон, смотри, видишь, они друг друга чистят? Целуются, видишь, целуются? Видишь, целуются? Павлина. Ты не подходи к Глебу, он тебя боится. Давай, кидай. Видишь, ест он все. Съел? Вот этого покорми, слева которого. Молодец, умничка. Все. Сейчас мы обожремся, скажи. Вот, скажи, я щедрый мальчик. Кивните, кивните. Да, спасибо. Никаких аттракционов не надо. Все, приехали, Глеб. Вот мы и побывали в парке. Там были Тукан, Крокодайл, Бёрд, Павлин, Нутки, Медведь и эти, Выдры. Тебе кто больше понравился? Как там? Павлин. Павлин, потому что его кормил? Да, и мне еще Выдры понравились. Ты хотел бы с ними жить? Да. Что, у них классно? Да. Подписывайтесь на подписочку, ставьте лайк. Всем пока! Глеб, скажи пока!